Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать про пяточную шпору. Вопросов было очень много, написано мне в ТикТоке про пяточную шпору. Видимо, как-то распространено. Поэтому расскажу вам о народном средстве, так скажем. Единственное, хочу добавить, что все-таки пяточную шпору надо лечить медикаментозно. Врач там назначает таблетки, вот, их надо употреблять. Но есть и народные средства, которые хорошо снимают, обезболивают, противовоспалительный эффект дают. Вот. И именно об этом я и хочу сегодня рассказать. Итак, для того, чтобы улучшить состояние и облегчить при пяточной шпоре, нам нужен мед и соль. Мед и соль и грелка. Один к одному размешиваем, намазываем, потом ложим марлю. Сверху марли можно еще пакетом, целлофаном и перебинтовать. Соответственно, это делается вечером. Сначала мы поставили на грелку, на горячую. И держим ногу по времени, пока грелка не остыла. Как только грелка остыла, мы снимаем, убираем целлофан, одеваем носочек на марлю. И до утра. Очень многим помогает. Поэтому... Вот, ну, я такой знаю, по крайней мере, рецепт. Второй, практически все то же самое, делаем на ночь, это лист лопуха. Также фиксируем, подвязываем носочек и на ночь до утра делаем до выздоровления. Можно каждый день делать, вреда нет. Можно также сок лопуха намазывать, также прикладывать марлю на носочек и до утра. Вот такие способы я знаю лично. И они знают, что помогали людям. Поэтому с вами делюсь. Надеюсь, что кому-то это тоже поможет. Будьте здоровы, будьте любимы. Займусь я скоро ютубом поплотнее. Роликов будет больше. Пока не успеваю.